Я ему прям в лицо. Говно, что ты мне сделаешь? Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Абгай, Стаканчик, Серега, Наруто. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, скажите крутые слова. Всем привет. Всем привет. Всем здорово. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы будем записывать сиреноголовых и разных монстров Хендерсона. Если петь, укушайте, приятного аппетита, а мы будем выживать. Ну что, пацаны, выживание началось. Два сиреноголовых против восьмерых храбрецов, которые уже в рот залезли кому-то. Ого, он его кинул, видел? Он его в руках носит. Он тебя в руках, Серега, носит. От него, кстати, я слышу, как Серегин труп бьется. О-о-о, это какой-то грибоголовый, а не сиреноголовый, Дима. Не, грибы, ой, сирена это на голове. Так, ну что, стартуем. Хоп! Побежали, побежали, побежали. Он сзади меня? Он очень медленный. Давайте еще ледяных поставим. Чпонькс. Вот так, это психи. Кто на поверхности стоит, того я сейчас выкину. Выкидывай, выкидывай очень... всех. Под срачником, Серега, желательно выкидывай. Вон уже сиреноголовые их взяли, сожрали. Он сзади меня, Серега, просто сзади меня. Он голубоголовые. Ого, смотрите, я теперь могу посмотреть ему в лицо, потому что наравне со мной. Что ты мне сделаешь, Серега, смотри. Где ты? Какой красивый, я на синем замке. Вижу, 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 вижу. Я ему прям в лицо. Говно, что ты мне сделаешь? Он не меня схватил, я думал меня схватил. Было бы прикольно. Смотрите, как детализация сделана на ребрах. Круто, круто, круто. Ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, ребята, кто ждал рубрику «Какой аниматроник самый быстрый?» Завтра выйдет рубрика с новыми аниматрониками, которые мы ни раньше не тестировали. Так что ждите ролик, ставьте лайкосик, и завтра выходит очень веселый ролик. Послезавтра. Ай! Кого он сожрал? Меня. Опять, я спускаюсь вниз. Все-таки повыживаю. Знаете, как Серега надо убегать? Надо зигзагами убегать, он не может резко поворачивать. Да-да-да, он это такой, рукожоп. Угу. Представляю, если он рукожоп, кого же он поймал схавать? Ха-ха, еще хуже, чем он? Так, я вроде оторвался от не всех. Давайте поставим еще парочку весельчаков. Серега, вам понравятся они. Пошли, пошли, пошли. Кстати, прыгучки. Они будут между собой драться или нет? Нет, вроде бы не дерутся. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-что-что, Серега? Да бежит эта кабака за мной. Сейчас мы сделаем новое выживание. Я понял, чего нам не хватает в этом ролике. Больше сиреноголовых. Нет. Классно, классно, классно. Ну что? Вот теперь должно быть веселее. Я тут в окошко выглядываюсь, я стою, семочки лупскаю. А они просто мочат всех. Эй! Эй! Это ты меня скинул, Серега! А я стою такой, улыбаюсь, классно, свежим воздухом дышу. Вы же знаете, что в Гаррисмоне свежий воздух очень? Им классно дышать. Это я сделал так, чтобы тебе жизнь сахаром не казалась. О, Серега, ты хотел бы в реальной жизни попасть в Гаррисмод на какую-то карту? Есть такое. А на какую карту бы хотел попасть? Биг Сити. А я бы хотел какую-то в пиццерию. ФНАФ... 4. Чтобы работать в пиццерии, да? Да-да-да-да. Ребята, напишите в комментариях, какой бы вы карте реально хотели бы оказаться. Если бы вы, возможно, сказали, вот сейчас выбирай карту, и ты там можешь погулять целый час. Я бы выбрал в пиццерию какую-то. Или клубешник какой-то, где куча машин, там погонять такое. Так, ну чё? Чё-то они на месте трутся и не ходят, да? Да, есть такое. Ну потому что все, блин, залезли на поверхность. Давай, за мной! Сыти, как и я, да? Эти вообще он целуются. Медленнее стали идти. А потому что вон они кого-то взяли, схавали. Вон, 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 все, все, побежали. Ух, сзади! Схватил, схватил, негодяй. Так, что мы можем... Бегу. Так, дальше выживание, весь сиреноголовый. Сейчас будет выживание от челиков, которые нас могут достать везде. Это он. О, нет. Да, 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 Сережечка, да. А потому что вы прыгаете и залазите, они теперь будут вас доставать везде. Нормально? Лимит сработал. Это сколько я их 52 штуки поставил? Ой, лагает, надо удалить чуть-чуть. Удалю, удалю, удалю. Ой-ой-ой-ой, подлагивает что-то.
Они когда в друг друге застряют... Ой, она меня бьет по жопе. Сережка, ты где? А я тут бегаю. Я бегу к синему замку. Давай, встречаемся. Давай, я бегу. Я бегу. Блин, надо быстрее бежать. Эй! Так, Серега, ты этот Бэби Йода, да? Нет. Ты Папайрус? Я охранник, понял. Полицейский охранник, заходи. Он может сюда подняться? Эй, ты к нам привел их всех! Они не залазят, они застряли, Димас. Так, тогда спрыгиваем. Ну чё, сопляки, я тут. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще удалим чуть-чуть. Сильно много наставил их, чересчур. Сейчас скоро мы сможем уже использовать даже оружие. Сейчас мы просто поубегаем, посмотрим, на что они способны. А в конце мы зафигачим битву. Так, бегут, бегут. Серега, ты сливаешься или живой? Я живой, я прям рядом. Ай, блин, мне по щам дал. Но я живой еще. А по сколько они жизни? По двадцаточке отнимают? По десяточке. По десяточке. Нет, Серега, у меня было 20 хп, у меня сожрало, падла. А он меня схватил, сожрал, короче. Они могут то схватить, сожрать тебя, либо ударить просто. Он, кстати, взял меня, убил, поставил на месте, голову отсоединил, назад приставил и побежал. Типа поздоровался. Привет, челик. Погнали, я беру оружие Serious M2. Все любят эту оружку, все. Ах ты говно, я тебя запомнил в лицо. Хотя не все одинаковые, но я его у него зуб кривой один. Сейчас я тебя замочу. Чё там? Ого. Не получилось, что-то пошло не так. Прикольный скин, да, ребят? Оцените, классненький скин. Чё, мочим их, Дима? Да, я мочу пушкой. Псих пришел. В толпу прям, Серега, прям в толпу. Здорово. Вот это жир. Ух ты. Их. Ах ты, жопа морская. Миниган. Тикайте. По голове, Серега, надо стрелять. Ого, это что за жопа творится? Вот это я сальтуху закрутил, мне нравится. Так, попугай, бешеный попугай. Давно не было попугаев у нас. Давайте попугаем. Попугаем попугаями. Вы что, убили всех опять? Нет, вон еще сколько. Пока что попугаи сами на цель не летят. Серега, что за жопа творится? Ты бомбы скидываешь. Нет, это Гренвич, классный мод. Это, короче, этот, берешь бинокль, есть оружие Гренвич, и можно выставлять разные там снаряды. Эх, блин! Серега, воздушный удар, молодец. Мне это нравится. Давайте я это оружие возьму, я вам покажу его, то я рассказываю. Так, где у нас тут Гренвич Свеп? Целимся. Где эти челики? Где-то там, да? И выбираем, допустим, Mortal Strike. Ой-ой-ой-ой-ой! Ого, надымели. Опа, полетели. Даже... Я не знаю, будет самолет пролетать или нет? Я вот этого и не помню. Или вертолет пролетает. Летит снаряды. Слышишь, нет, слышишь? Это я запустил. Это я тоже запустил, Серега. Ой, тикайте. Давай, бегу. Кстати, трупы лежат, стой. О! А, ты с той стороны, а я с этой. Слышь? Я буду застреливаться до последнего. Ого, он прыгает. Ого, вот это его нагибело, нагибает. Вот это вакханалия. Ставьте лайк, Вася, подписывайтесь на канал, ролики выходят. Каждый день стараемся записывать что-то очень интересное, которое вам очень нравится. Блин, все в дыму, я ничего не вижу. А это я, кажется. Эх, он прыгает прямо на меня. Ого, там эти рикошетят, надо валить, сейчас меня еще убьет. Ого, вовремя оттуда свалил. Серега, я там решил... О, у меня тут куча этих. Танк. О, давайте танк. Это что у нас будет? Нет, ничего не про... Ага, на танк надо наводить, да? Понял. Чпоньк. И давайте... Смок. Нет, смок у нас был. Все, артиллерия, Димас. Стука какая-то называется. Штука. Это ты, да, киданул что-то? Да, летит снаряды. Так, NPC. Давай, Серега, сиреноголовых наставил. Вот это война! Вот это нафигачило! Ого, самолеты летят, смотри! Видел? Ух ты, нагнуло!
Именно нагнула в прямом смысле слова. Красиво, Сережка, мы с тобой войну затеяли, мне это нравится. Давайте еще лупанем чем. Что еще есть? А вот он стоит, бедненький. Давайте мы стрельнем. О, меня он убил! А я успел стрельнуть или нет? Наверное, не успел. Еще разок. Нет, это не то. Чпоньк, чпоньк. Прыгаем сюда. Опа, есть. Спрыгиваем. Я вас не боюсь, пацаны. По башке ему. Давайте постреляем. По сиренам. Серега, это ты кидаешь? Да. Я тоже накидал. Сейчас будет жопа. Ух ты. А чё он застрял? Давайте ему поможем. О, пошел, вали, чувак. Не знаю, так его переключиться. Уничтожил. Молодец. Вот это мясо. Так, у нас есть сиреноголовый, который может телепортироваться. А вот теперь пообщаемся. Серега, сможешь убить телепортирующегося аниматроника? Ой, сиреноголового. А он только и хавает всех. Он сейчас мясо жрет? Он хочет меня съесть, но не может. Ого, 3 самолета летит. 4. Вот это звук от самолета. Ядерные. Ого. Не, это фигня какая-то не ядерная. Что тут вообще такое творится, невообразимое на карте? А мы так не убили телепортировавшийся, он так и есть. Серега, это разве бомба? Давай мы покажем, как надо взрывать бомбы. Давай на середину карты. Ребята, сейчас мы покажем взрывы, которые еще никто никогда не делал. В этот день. Потому что, не знаю, может кто-то уже такое делал. Серега, какую бомбу? Давай несколько бомб взорвем. Ого, это ты бахнул? Да. Ух ты, все огненно. Это что за бомба такая? Напалм. Напалмовая? Так это галима напалмовая. А вот ракету давайте запустим в небо. Ого. Я ракету все-таки запущу. Давайте проверим, высокий здесь потолок или нет. Полетело. Ой, не сильно высоко. А чё и ты нас убил, если я должен был всех убить? Все, Серега, ставлю очень мощную бомбу и делаю мегавзрыв. Какая у нас бомба есть мегавзрыв? Вот я уже кинул. Готовься, Димас. Ого. Ого-го. И царь-бомба полетела. Это что, не взрывается? Бомба. А вон царь-бомба крутится в небе. Ну-ка. Ух ты. Сейчас вылетит у кого-то. Нет, не вылетит. А, у кого-то да. У меня не должно. Вот уже учили. Да, я вижу. Как вы любите, ребята, все по вашим запросам, все четко. Ой-ой, я сразу умираю. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.